luce ti guida. В отчаянной схватке против Катилио в огне наши друзья хитростью возвращаются в бой и побеждают. А тем временем во дворце Домиций заявляет о намеренном вреде, который наносит императору. Но никто ей не верит. Мавзолей в Галикарнасе. Уходи. Марк, спасайся. Спасайся. Нет. Мама. Нет. Принцесса, вам приснился кошмар? Во дворце такие тонкие стены, что все слышно. Вы кричали имя своего сына. Перестаньте гоняться за призраками. Мой сын не призрак. Он жив. Жив? Конечно. Я встаю. Вернулось желание работать? Мы первые в квалификации. Нужно поддерживать себя в форме. А ты? Мы же теперь первые. Делайте, что хотите. Я должен пройти свое третье испытание. Сколько еще до Галикарнаса? Вон там, за морем. Небо по курсу. Что это за большое сооружение вон там? Мавзолей. Это огромная гробница. Способ навсегда увековечить любимого человека. Прихоти богачей. Кто-нибудь видел мальчишку? Мы сейчас приедем, а он даже не завтракал. Я его не видел. Он выживет, Дора. Марк говорил, что ты разбираешься в лошадях. Конечно, моя семья имела более 100 лошадей. Отлично. Вы как раз вовремя. Завтра я отдал бы их на скотобойню. Три сестерции! Черт! Или три, или я отдам их мяснику! Если ты не знаешь, что с ними делать, отдай нам. Они ваши. Но это клячи! Но у них милые морды.
Этого назовем простак. Видишь, он понял, что мы спасли ему жизнь. И потом, лучше мы не можем себе позволить. Я слышал, что ты сегодня во сне говорил. Тебе мама снилась? Мне моя мама тоже часто снится. Только я не знаю, как она выглядела. Для меня это просто размытый контур. Но я помню, что она меня очень любила. А моя мама не любит меня. Что ты сказал? Сказал, что моя мама не любит. Может, она забыла, что я есть. Не хочу ее больше видеть. Не хочешь ее видеть? Тогда иди отсюда. Оставь нас. Мы каждый день жизнью рискуем, чтобы ты вернулся домой. Ты не знаешь, что значит не иметь мамы, иначе не говорил бы так. Не хочу тебя больше слушать. Я не одобряю этого, понял? Мне это не нравится. У нас есть лошадь-простак, три молодых кобылы, и еще мы опаздываем. Нас подождут. Грандиозно. Внизу нет места для колесниц с возницами. Возницы — это что, рыбы? Не рыбы, глупые. Возницы управляют колесницами. А при чем тут рыбы? Я думаю, это вы идиоты, что задаете такие вопросы, или я дурак, что слушаю это все? По-моему, и то, и другое. Тоже мне нашлись умники. Нечего меня оскорблять. Я старше вас в 10 раз. Кажется, я понял, ты не в восторге от забега. Это же варварство. Театр, вот искусство. Но люди такие невежественные, ради бога. Дырка, неси песок. Слева колесницы. Может, там объяснят правила соревнования. Мы ждали вас. Добро пожаловать. Вы умудрились высадиться с этой развалины? Эта развалина вас разгромила, болтун. Этот турнир основывается на честности. Я жду, что в этом испытании вы будете придерживаться этого принципа. Это будет состязание между квадригами. Сегодня пройдут квалификационные состязания, на основе которых будет отдаваться приказ о старте. Завтра пройдет настоящее соревнование, которое развернется на дистанции в 2 круга. Кто придет первый, получит больше очков. А правила? Их нет. Кто придет первым к финишу, тот и победит. Элементарные правила. Все будет происходить здесь, у мавзолея. Думал, ты на месте с другими? Еще чего? Мне нельзя терять время. Помогать друзьям — это не потеря времени. У меня нет друзей. Они считают, что они думают, это важнее всего. Ты о Марке. Он не понимает, как ему повезло. Ты же не думаешь, что все такие сильные, как ты? Но у Марка есть мама. Иногда призраки бывают сильнее, чем настоящие люди. Особенно для тех, кто не привык расставаться с теми, кого любят. Подумай об этом. Нинурта, погоди. Мне нужна помощь в 3-м испытании. Я тебе помог. Чуть не забыл. В мавзолей можно войти только ночью. Воспользуйся состязаниями. Пусть подойдут капитаны и запишут возницу. Качилио, я от черной команды. Бренно, буду управлять колесницей от иберийской команды. От команды Скорпиона возницы будет Нумида, Лотар. Цинрик, буду от своей команды. Смотрите, с ними можно вспахать поле. Хватит, вы уже подавились однажды собственным смехом. Ты будешь от команды? Нет, она. Что? Что смотрите? Молодец, единственная девушка в гонке. Я? Так лошади решили. Отлично, можете начать подготовку. Видите мавзолей? Когда солнце дойдет до крыши, начнем соревнование. Четыре клячи и девушка. Я уже дрожу от страха. Мы в состязании покажем, чего стоим. Наверняка. Катилио не во всем ошибается. Посмотрите на лошадей, это действительно клячи. Про нас тоже так говорят. Но мы дошли до сюда. Идем, хватит болтать. Время идет, а у нас куча дел. Как обычно, я не знаю, с чего начать. Лучше сверху. Я тут один хотел побыть.
Тогда ты выбрал не то место. Почему? Тут никого, кроме нас, нет. А если ты уйдешь, все будет отлично. Конечно, тут никого. Говорят, тут полно призраков. Ты не знаешь эту историю? Нет, но, кажется, сейчас узнаю. Много лет назад этим городом управляла молодая супружеская чета. Они очень любили друг друга. Их звали Мавсол и Артемисия. К сожалению, Мавсол однажды умер. Артемисия решила построить в его честь на центральном холме города гробницу, прекрасней которой не видывали. Артемисия так любила своего мужа, что умерла в тот же день, когда гробницу достроили. Так что их похоронили вместе, рядом друг с другом. Гневные боги прокляли их, ведь они осмелились пожениться, хотя были в близком родстве. С тех пор в мавзолей никто не осмеливался войти. Что ты несешь, призраки? Ты тоже в них веришь? Тебя не пугают привидения? Я не боюсь живых, так что вроде и мертвых не боюсь. И мне вообще другими делами надо заниматься. Мне нужно попасть внутрь, и я не знаю, что там искать. И куда ты? Возвращаюсь, тут нечего делать. Нинурта сказал, что я могу войти только ночью. Я должен осмотреться. Ну вот. Смотри, они волнуются при каждом моем появлении. Похоже, я не нравлюсь твоим зверям. Они чувствуют запах смерти. Тихо, тихо. Мне нужно кое-что провернуть до состязания. Тихо, тихо, хватит. Первый этап заключается в гонке на время. Первый стартует Бренна от иберийской команды. Готов? Старт! Молодцы, молодцы! Покажем этим хамам, что мы отлично держим. Две клепсидры, и он уже преодолел половину трассы. Отличное время. Что такое? Черт, подлецы! Скотины чертовы! Я вас на скотобойню продам, сволочи! Пять клепсидер. Ничего не поделаешь, Бренна? Готов, Синрик? Вперед! Но! Молодец! Летишь как ветер! Оставь, я сам! Отлично! Слушайте, он воспользуется гонкой, а мы будем на страже. Что такое? Привиделось. Она, по-моему, смотрит на меня. На меня. Нет, на меня. Иди, я ей займусь. Никем ты не займешься. Это ты иди. Не видишь, лошади хотят пить. Твоя очередь. Иди, иди, у меня куча дел. Нет, ты иди. Нет, ты. Уйди отсюда. Что ты ко мне привязался? Ну, сейчас ты получишь. Не за волосы же. Он дурак. Сам дурак. Ах ты так, да?
Ну, погоди. Готов, Катилио? Молодец, Катилио! Победи их! Вперед! Вперед, вперед, быстрее! Клипсидры. Катилио закончил путь всего за 3,5 клипсидры. Марш! Эти лошади заколдованы! Вот это да! Четыре клипсидры. Нумида прошел круг за 4 клипсидры. Молодец! Лошади чудо! Готовится команда белых. Приготовить клипсидры. Наша очередь. Посмотрите, она такая толстая, просто как корова. А где же рога? Не слушай их. У них вместо мозгов одни мускулы. Ты замечательный. Ура, белым! А что это за девушка? Чья на кухне? Внимание! Марш! Молодец, девчушка, она забыла о хлысте. Он ей не нужен. Вперед! У лошадей есть характер, и Дора это знает. Молодцы, умницы! Еще немного! Вперед, быстрее! Еще чуть-чуть! Не останавливайтесь, молодцы! Вперед! Невероятно! 4 клипсидры. Команда белых на втором месте забега. Молодец, девчушка! Ты победила, поверить не могу. Ура! Да здравствует Дора и Простак! Вот очередь на старт для завтрашней гонки. В центре черные, сбоку белые и Скорпион. А потом Бренно и Цирник. Еще нет новостей о том, что происходит в Галикарнасе. Но в квалификационной гонке белые примерно на одном уровне с командой Катилио. Я рад знать, что все идет хорошо. Ибо от этого турнира зависит будущее Рима. Но теперь ты должен отдохнуть. Выпей. О турнире поговорим завтра утром. За нашу победу! Самое сложное будет завтра. Тоска права. Вы видели, что случилось сегодня? Все эти странные случаи. Я не понимаю, может, завтра мне стать возницей? Это может быть опасным. Даже не думай, я нужна этим лошадям.
Хорошо, но ночь длинная, и Катилио может ей воспользоваться. Лучше присматривать за нашими лошадьми. Я могу присмотреть, если вы не возражаете. Хорошо, ты? Да, я. А что? А то, что вместо лошадей тебе лучше следить за амфорами с вином, который ты опустошаешь. Да как ты смеешь? Возьми свои слова обратно! Или что? Хватит, прекратите, вы! Я просто сказал правду. Если Пилады хочет охранять лошадей, я согласен. Я тоже. Конечно. Хорошо. Решено. Сегодня караулит Пилада. Вам же хуже. Делайте, как хотите. Но потом не говорите, что я вас не предупреждал. Пошли спать. Поздно уже. Призраки. Вот глупости. Пусть думают, что я иду спать. Похоже, это легче, чем я предполагал. Я не боюсь. Мы с опасностями и посерьезнее сталкивались. Это просто заброшенная могила, видишь? Что я тебе говорил? Пошли! Маме! 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 Кто там? Кто там? Ложная тревога. Тихо. Что встали? Вперед! Prove avanti a noi, non ci fan paura.